Выносливость, мужество и стойкость. Сотрудники органов внутренних дел и других силовых ведомств прошли испытания на право ношения символа милицейского спецназа – черного берета. К экзамену было допущено 9 сотрудников, 6 из ОМОНа, 2 милиционера патрульно-постовой службы, к слову, победители республиканского конкурса ППСМ, и представители войсковой части 1242. Подробности в материале Вероники Гамзюковой. Специальное испытание среди сотрудников органов внутренних дел на право ношения черного берета проводится каждые полгода. Нынешние соревнования посвящены дню формирования отряда милиции особого назначения МВД. На осеннюю квалификацию подали заявки 9 претендентов. Представители отряда милиции особого назначения патрульно-постовой службы и войсковой части 1242. Двое из них не прошли первый этап испытаний – физическую и медицинскую подготовку. На основной этап – марш-бросок по пересеченной местности, стрельбу и контактные бои прибыли 7 бойцов. Сильно страшно, переживаем, волнуемся, готовились. Да, долго готовились к этому, это, блин, ну, волнуемся, сильно волнуемся. Волнение присутствует, а так все нормально. Ну, это очень важно, очень это важно. Серьезная задача, доказать что-то себе, что ты можешь, что ты способен на это. Я бы больше сказал, это какой-то пунктик в жизни. Бойцов ждал кросс длиной 8,5 километров. Для забега традиционно используется трасса к стрельбищу в районе деревни Борщевка Речицкого района. Бежать по правилам необходимо с автоматами газодымовой защитой. На пути так называемые ловушки. Это участки с огневыми преградами, отвлекали внимание бойцов и усложняли ситуацию взрывы и выстрелы с разных сторон. Претендентам приходилось занимать круговую оборону, ползти в противогазах в едком дыму от шашек, пробираться через реальный бурелом, запрыгивать в глубокие окопы и преодолевать сходу дымящиеся от взрывов рвы. Двое бойцов марш-бросок пройти не смогли. Обычно причиной для признания поражения считается большое отставание на маршруте. Здесь уже есть сотрудники, которые по 2-3 раза сдают. Были, которые еще и больше сдают. Но, как правило, из 100% говорить, то процентов 30 только доходят до испытания. Здесь надо все уметь, знать. И главное – целеустремленность их. И тогда все будет нормально. Следующий экзамен – стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. На стрелковом рубеже расчет на то, что человек вымотался, и бойцу потребуется дополнительная концентрация. Оружие необходимо было собрать, зарядить, произвести прицельную стрельбу по ростовым фигурам и обязательно поразить каждую из них в ограниченное время. Но все справляются с поставленной задачей. В марш-броске приняли участие 7 бойцов из 9. До финального этапа рукопашных боев дошли всего 5. Сейчас им предстоит выйти на ринг и сразиться друг против друга, а затем 2 раунда против бойцов ОМОНа. Каждый из бойцов должен выстоять всего 9 минут. Однако не все так просто, как может показаться. На импровизированный земляной ринг выходили не просто действующие сотрудники ОМОН, а чемпионы и призеры различных видов соревнований по рукопашному бою. Один из победителей, Дмитрий Ермаков, еще не осознает, что отстоял свой заветный черный берет. Это его вторая попытка пройти экзамен. Говорит, что самое сложное для него – преодолеть первые 2 километра марш-броска. Для меня было важно сдать, ну, потому что я уже раз пробовал, уже раз не сдал. Работаю в отряде, а это наш головной убор, и мне очень хотелось на него сдать. Но сейчас в итоге получилось, его сдал. Было сложно, потому что уже марш за спиной, уже физподготовку, которую мы сдали, уже очень усталость сказывалась на этом. Ну вот последние уже секунд 30 было, вообще уже сил не было, но достоял уже на последних силах. Еще один победитель – Дмитрий Макаров. Говорит, что прошел экзамен благодаря поддержке коллег и друзей. Во время одного из боев у него появлялись мысли сдаться, но в последний момент он не только собрался силами, но и выстоял 2 боя. Я доказал себе, что я могу, потому что это не очень, это очень, точнее, непросто. В прошлый раз был марш, сошел на где-то на половине марша, порвался противогаз, задохнулся в этих газах, ну, в дымах. Ну, подготовился лучше, вот его сдал.
Из рук руководителя черные береты получили милиционеры отряда милиции особого назначения. Сержанты милиции Дмитрий Макаров, Николай Бондаренко, Максим Кужельный, младший сержант милиции Дмитрий Ермаков и прапорщик войсковой части 1242 Михаил Гарбузов. Теперь победители испытания могут по праву считаться элитой милиции и даже помогать тренироваться тем, кто может и больше времени служит, но пока не имеет черного берета. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де-факто».